Ответственность, дисциплина и ловкость. Этими качествами должен обладать каждый кадет. Сегодня семиклассник Тагир Гатин принял присягу. Говорит, немного волновался, но внешне пытался сохранять спокойствие. По словам его мамы, мальчик уже с раннего детства рос активным ребенком и очень любил военную форму. Поэтому семья решила отдать его учиться в кадетскую школу. Естественно, гордость за своего ребенка, так как стоит в строю со своими товарищами, плечо к плечу. Спасибо нашим учителям, нашим офицерам, которые занимаются воспитанием наших детей. Низкий им поклон. Это большой труд. Самарский кадетский корпус входит в структуру Министерства внутренних дел России. Ребята, учащиеся здесь не просто школьники, поэтому патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. На базе учебного заведения созданы все условия для разностороннего развития личности. Пристегнувших ребят поздравил депутат Госдумы Александр Хинштейн, родители и другие почетные гости. После торжественной части подписали договор о сотрудничестве с Поволжским университетом телекоммуникации и информатики. Теперь для учащихся появятся дополнительные образовательные программы в сфере информационной технологий. Здесь, в нашем кадетском корпусе МВД, как нигде важна соответствующая цифровая IT-подготовка для кадетов. Сегодняшнее соглашение, которое подписали с нашим цифровым вузом, это первый, но очень серьезный шаг к тому, чтобы воспитать по-настоящему современных полицейских 21 века. Для будущих сотрудников полиции откроются новые возможности, ведь IT-технологии с каждым днем набирают популярность. Важно не только владеть знаниями в этой области, но и уметь применять их на практике. Прежде всего, это будет направление по информационным технологиям, программированию, робототехника, искусственный интеллект и, конечно же, информационная безопасность. Мальчишкам-кадетам нужно понимать, что в сфере информационных технологий, информационной безопасности нужно, что называется, держать ухо востро и быть всегда на страже, в том числе и закона. Сегодня в двух классах уже прошли первые уроки, где кадеты познакомились с основами науки о данных и робототехникой. Выездной мастер-класс провели сотрудники БГУТИ. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Константин Головин. События.